К рыбным блюдам принято подавать лимон. Обычно мы нарезаем его кружочками. Но если к процессу приготовления подойти творчески, на вашей тарелке появятся розы из лимона. Листочки делаем из веточек укропа и петрушки. Края тарелки украшаем ломтиками огурца. Лимон должен быть с толстой кожурой. Режем его на тонкие ломтики. Аккуратно сворачиваем. И закрепляем зубочисткой. У нас получилась розочка. Такое оформление рыбного блюда повысит и настроение, и аппетит.